Так, всем привет. Отпишите, как слышно. Или может быть так, я не знаю, честно говоря, как отправить правильно тут. Ну, попробуем. Так. Ну, надеюсь, все запустится в итоге. Вот сегодня будем делать такой забавный значок. Так, начнем, пожалуй. Так, вот тут есть горячие клавиши, кому это нужно. Это пока спрячем, нам не нужно здесь это. Все, и контакт подцепился. Ребят, кто смотрит, напишите, как слышно, видно, все ли в порядке. Так, для начала нам нужно где-то 15. Где у меня линейка? Так, 20 миллиметров где-то будет. На 20. 20 на 20. Ну, так примерно. Я не знаю, успею ли я все сегодня сделать, но думаю, в два захода мы справимся. Я думаю, сперва сейчас сделаю блокап в Рино, потом мы это все аккуратно закинем в зебру и там доработаем. Так, ну, пойдет.
Я не знаю, как, чтобы он... Да, конечно, я сохраню стримы, потом можешь посмотреть и... Я, право, не знаю, как тут сделать так, чтобы чат было видно сразу, но я сейчас зайду, наверное, в трансляцию на телефоне и буду там отслеживать все переписки. Секунду. Так, профиль, стена. Вот. Так что лучше, ребят, пишите ВКонтакте, чтобы я сразу мог это посмотреть. Так. Ну, для значка, я думаю, это прям будет очень мало. Нам надо хотя бы, ну, 0,7, 0,8 толщине. Так что сделаем потолще. Ноги ему. Ибо они у него отвалятся потом. При полировке какой-нибудь. Ну вот. Так. Так будет лучше. Просто отодвину. Здесь 0,7. Тут мы включим точки. Так, F10.
Так как мы уже примерно померили, сколько там нужно. Наверное, это будет так, слоя 3, наверное, вот этот верхний, допустим, это шея, второй, все остальное туловище, и тут уже ноги по высоте надо будет раскидать. Теперь это переводим с плайны правым кликом. Поверхности я выделяю и кидаю их на другой слой. Сейчас вот у нас сплайны, и их мы дальше продолжаем издеваться над ними.
0.9, 1.2 самая высокая часть, да, здесь сейчас, и вот 0.9, то есть вот эта клетка у меня сейчас, это миллиметр один. А, они ж вот они. Давно. Давно я тут не был.
потому что что-то прям совсем как-то тонко. Все, пока с ногами закончили, переходим к туловищу. Тут я так особо мудрить не буду. Thank you.
Так. Нет, придется все-таки делать так. Что и не будем делать, делим. Понял. Мне нравятся мне такие места, конечно, когда прям очень острый угол получается. Нехорошо это. Все, теперь просто поднимаем этот. О! Беда, мы не включили привязки, но тут ничего страшного, на самом деле, мы включаем точки. Включаем точки в 10, потом выбираем все точки. Вот здесь, если что, они находятся. Потом надо их нам отцентровать по Z, получается. Вот здесь команда есть. Я обычно беру все по папой своего. Вон у меня тут, все эти команды у меня есть. И вот выделили все точки. Да, вот по оси Z мы их прилепляем. Клац в ноль. Интер. Все, они все в ноле. Теперь мы можем спокойно экструдировать. По-моему, все в ноле. Сейчас проверим. Да. О, про хвост-то я забыл совсем. Да, надо его тоже. Ну, давайте сделаем так. Что-то опять, похоже, все не попало. За это, кстати, отвечает эта кнопка Project. Опять та же самая возня. Под Z.
6 для кончика будет нормально. Общую толщину 0,8-0,7. Здесь у нас минимальная должна 0,6-0. Вот так, и здесь самая толстая будет, это вот так. Да, сторона такое себе. Ну, если что, там забито летом. Придется усугубить вот эту толщину, потому что, ну, видимо, она не работоспособна. Тут сейчас уже 0,4, да? Самый минимальный бортик. А там, не знаю, 0,2. Развалится металл, поэтому я делаю так потолще. Вот. Тут мы, наверное, линзу будем делать из окружности просто. Я обычно смотрю, где у меня edge. Вот этот тут.
ну, отрезаю без него, чтобы не было потом проблем никаких при разделке его. Остальное просто шинк трим. Ну, сейчас покажу, кстати. Так, вот я отрезал его. Если включить точки R10, да, то у него остается вот эта его сетка. Ну, то, что было до этого, до того, как я отпилил. Когда я нажимаю вот это, trim surface, то есть он мне отрезает вот эти самые точки, то есть вот они, их уже больше нет. Все. Что-то там торчит такой камера. Странно.
боюсь, что не получится. Нет, получается. Тут у нас что? Похоже, наверное. Чтобы, кстати, в зебре потом это все не двигать, чуть-чуть можно здесь поправить по высоте таким образом.
мне надо сделать вот так. Кроме этого мы сейчас заблокируем и поправим. Блока почти закончили. А там перерыв. Place to be.
Так, все остальные детали я добавлю позже уже. Думаю, все, на этом можно пока закончить. Через минут 15-20 начнем в зебре все это доделывать. Так что, кому интересно, welcome.